Во дворце детского и юношеского творчества в Люберцах отметили начало нового учебного года. В этом году учреждение распахнет свои двери для 4000 воспитанников. Новый учебный год во Дворце детского и юношеского творчества начался с приятных новостей. 9 воспитанников учреждения стали лауреатами именной стипендии губернатора Московской области. Ребятам в торжественной обстановке вручили свидетельства. Анастасия Букалова заняла призовое место в областном конкурсе «Юные таланты Московии». Победа досталась благодаря роли бабушки в кукольном спектакле «Синяя птица». На самом деле награда, если бы не коллектив, это ее бы не было, потому что... Но это не индивидуальная работа, то есть все зависит от твоего напарника. То есть если бы не какой-нибудь мой напарник, то, скорее всего, я награды бы не получила. Для того, чтобы привлечь как можно большее количество детей к занятиям во Дворце творчества, руководство учреждения организовало Дни открытых дверей. Они проходили с 1 по 6 сентября в Люберцах, Малаховке и Томилине. Каждый педагог представлял себя. Были оформлены выставки поделок, сделанных руками обучающихся. Выставки рисунков, грамоты, которые получил творческий коллектив за прошлый год. Проходили мастер-классы по бисероплетению, изобразительному творчеству, бумагопластике. Стоит отметить, что обучение во Дворце детского творчества бесплатное. Записаться в объединение дополнительного образования можно до конца сентября. Ожидается, что в этом году в учреждение придут более 1000 новичков. Луиза Егиазарян, Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.